знаменитые террасы рядом с термальными источниками. Но это тоже термальные источники. То есть они льются здесь тысячи лет. И в итоге образовывают вот такие террасы из кальция. На удивление, только мы вынырнули из ванны и пообедали в кафе, пошли на террасу, и полился дождь. Он... Очень скользко. Кроме кальция, тут еще осаждаются всякие разные водоросли, микроорганизмы. Да. Нет, тут даже типа мело. Ну, уж китайские девушки идут в масках, это они не больны гриппом. Это они всячески закрываются от солнца, да, чтобы, не дай бог, не попало. И с зонтиками ходят, у кого зонтиков нет, вот в шляпах и маску на лицо. Вот мы бредем, и Оксана за мной бредет. Такие террасы удивительные. Жаль, что мы много проплавали, хотя, с другой стороны, как жаль. Вот здесь можно ходить только босиком. Большие просторы. Шортик стоит под боченью. Здесь замечательный каскад террас, конечно, изумительные цвета, но здесь запретная цепь, что нельзя сюда заходить. А воздух какой, кстати, если бы не вот этот шухер с толпой народа, вообще бы было шикарно. Да, шухер с толпой народа, конечно. Особенно эти. Не нравится. Что на время? На небо надо смотреть. Сейчас ливень будет тропический. Вот там разуваются. И вперед на террасу. Чтобы террасы оставались белыми, нужно, чтобы текла постоянно вода. А воды стало гораздо меньше. Поэтому организаторы, учредители этого туристического комплекса переключают воду ежедневно. И на одну сторону террасу, на другую. Вот с этого места террасы выглядят. Прекрасный туристический комплекс, конечно. Благодаря его грамотному использованию Турция может, конечно, выполнить свой план на десятилетие. А именно удвоить число туристов. Не просто так. Полиция. Всякие разные нарушители общественного порядка будут привлекаться и даже караться. Вот мы их называем террасами. Они переводят как травертины. Просьба не входить на территорию травертин. Вот на эту вот территорию. Просьба не входить. Есть туристический маршрут. Ну и он шикарный. Ну, он шикарный, дает достаточное представление о красоте и могуществе природы. Ветер. Ветер уносит перемены. Пойдем. Также здесь прикольные развалины. До нашей эры, после нашей эры. Здесь музей. За отдельную плату, если есть время, то можно зайти. История дышит на нас с древних времен.
А современность нам грозит дождем, я бы сказал, ливнем, шквалистым ветром. Все это вместе нас может перепугать. И вот там еще неизвестно, какой на нас может найти. Возле Ван Клеопатры. Это символ города, города Денизли. Петух. Говорят, что они тут поют от минуты до полутора. Крик один может длиться. Вот здесь еще театр на 20 тысяч зрителей, и ему 2000 лет, но мы туда не ходили. Года! Года! Такие замечательные мини-автобусики, которые могут довести туристов в непогоду. И сейчас они пользуются спросом. Рекламщикам пригодится крепление конструкции на случай ветра и бури. Ну вот это вот помогает. А вот это ничего не помогло, ее все равно свалило ветром. То же самое.